7 утра, а то и раньше. Кухня начинает варить каши, мыть овощи, тереть, делать фарш. Картошка варится. Для копытных, в частности, для обезьян. Чтобы к 8 часам, когда пришли основные работники, уже была приготовлена еда, чтобы можно было забрать и идти кормить. Овощи для зубра. Плюс ветки, плюс лежит сено. Туда все положат, их откроют, и они в домике будут их кушать. Ждет. В среднем получается порядка 100 килограмм мяса. Килограмм 80 говядины, ну и идет там жиловка. Это для хищников. Минералка для обезьян, для шимпанзе. Ну, потому что им для пищеварения очень полезно. Вот раскладываются порции еды. Это группа птиц. Каша, морковка тертая, яблоки тертые, мешанка из крупы, капуста, фарш, батон. Для марабу рыба. Относительно веса мелкие животные едят больше. По порции, то, конечно, ест больше лев.